авиа, судо, автостроение, ракетно-космический моделизм. Для юных техников со всей Омской области это не сложные слова из учебников, а серьезные увлечения. И таких увлеченных в оздоровительном лагере «Лесная поляна» Таврического района с 18 по 31 августа собралось более 200. Здесь на профильной смене Академии технического творчества лучшие моделисты региона, победители и призеры всероссийских соревнований, а также начинающие перспективные техники. Это одно из самых, наверное, важных, главных событий в жизни юных техников. А в этом году это 27-й слет. То есть на протяжении вот уже стольких лет наши лучшие из лучших ребят выезжают на этот слет, которые в течение учебного года представляли свои модели на разных соревнованиях, региональных, всероссийских и даже международных. И по итогам своих выступлений они затем съезжаются вот на этот слет. На протяжении двух недель юные техники запускали модели радиопланеров и воздушных змеев. Также в рамках слета прошли научно-практические конференции, творческие выставки, конкурсы, интеллектуальные игры, встречи с интересными людьми, военно-патриотические и культурно-досуговые мероприятия. Пожалуй, на этих слетах царит какая-то непередаваемая атмосфера, которой нет нигде. Это одновременно тут проводится большинство соревнований, что вообще происходит в авиамоделизме. И тут слет дает возможность познакомиться и поближе пообщаться с авиамоделистами из «Нефтяников», из «Тавричанки», «Тары» и «Силькуля». Это бесценный опыт перенимается. Здесь как раз происходит смешение всех технологий, то есть приемлемость, вот это вот все. И поэтому я езжу, приехал сюда 4-й год и планирую приезжать еще. Я приехал, ну, по робототехнике, выигрывать первые места. Мы играли с вожатыми, мне понравилось, я завела новых друзей, мне понравилось новое общение. Мне вот нравится, что запускают вот самолеты, прикольно, мы с подругами приходим посмотреть, и вот нравятся вожатые вот эти, и все остальное вот очень нравится. Впереди у меня будет чемпионат России по юношам и по взрослым. Чем хорош этот вид спорта? Авиамоделью? Он хорош тем, что ты развиваешь мелкую моторику рук, начинаешь больше думать. При этом ты еще и физические упражнения какие-то должен выполнять, чтобы попасть, допустим, на тот же чемпионат мира или на Европу. Ребята, и побеждая, и проигрывая, закаляют силу воли для того, чтобы дальше быть всегда на уровне. Ну и придут они сейчас в школу, где будет помимо занятий на нашей станции, значит, у них будут другие направления. Ну а закалка, энергия, способность и воля к победе, я думаю, что это те показатели, которые нужны всем всегда. Главной целью технической летней смены является поддержка и развитие системы научно-технического творчества учащихся в Омской области в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной личности ребенка.